Кириллович Божененко родился в Новороссийске в 1924 году в семье рабочего цемзавода «Пролетарий». С детства увлекался рисованием и лепкой. Война 1941 года изменила жизнь и планы. В Новороссийске он стал матросом буксира «Фрунзе». Летом 1942-го Николай Кириллович был призван в Красную армию. В это время десантники удерживали плацдарм на Малой Земле. К ним и был направлен молодой лейтенант. 5,5 месяцев пробыл он на Малой Земле, на ее переднем крае, в жарком огне постоянных боев. 16 сентября Новороссийск был освобожден. В 1972 году к 16 сентября был открыт его главный памятник, называемый новороссийцами матрос.